Колпашевцы стали реже кусать клещей. По данным на 1 июня, за прошедшую неделю с укусами в медицинские учреждения обратились 64 человека, из них 11 – дети. Привиты от клещевого энцефалита были 18 взрослых и 4 ребенка. Чаще всего клещи присасывались к людям на территории города, а также в садоводческом товариществе «Мещуринец» и на кладбищах. Всего с начала эпидсезона в Колпашевском районе зарегистрировано 445 обращений. В 84 случаях пострадали дети. У 3 человек имеются подозрения на болезнь Лайма, у 1 – на клещевой энцефалит. Подтвержденных диагнозов нет. Отметим, первый клещевой укус в Колпашевском районе был зарегистрирован 15 марта. По данным областного управления Роспотребнадзора, Колпашевский район находится в числе лидеров по количеству обращений граждан с присасыванием клещей. Администрация Томской области обращает внимание граждан, что продолжается вакцинация от клещевого энцефалита. Почти 32 тысячи жителей региона уже поставили прививки. Медучреждения Томской области приобрели 40 тысяч доз вакцин от клещевого энцефалита для взрослых и 30 тысяч доз вакцин для детей. Расходы областного бюджета на эти цели составили около 24 миллионов рублей. Вакцинация от клещевого энцефалита проводится круглогодично. Бесплатно ее могут поставить в поликлинике по месту жительства дети, студенты, пенсионеры, работники бюджетной сферы. Наиболее предпочтительна стандартная схема, когда первую прививку ставят осенью, вторую – через 5-7 месяцев, третью – спустя год с даты первой вакцинации. Ревакцинация проводится каждые 3 года.